У вас какие-то прям очень строгие воззрения там на православие. Вы считаете, что и с таким совершенно нашим национальным развлечением, как выпивание, православие несовместимо? Хотя нет, считаю... нет, это я просто не пью. Ага. Я не пью. Ну так у меня сложилось. Вот я перед эфиром вам рассказывал, что, оказывается, мне один врач очень опытный сказал, что мне и нельзя пить. Оказывается, у меня там какие-то есть особенности, которые мне лучше и не... Ну я... У меня никогда к этому не было... Во-первых, у нас в семье никто не пил. Могли выпить там за столом дедушка, папа, но это никогда не было. Когда приходили родственники, имеющие склонность к этому, это всегда вызывало неловкость, что они досиживали, пока кончится в графине водка. Вы знаете, вы как-то говорите, когда вы говорите, что вы особенно как-то не пили, я думаю, что это все просто какая-то дезинформация, потому что все, наверное, в дозу упирается. Потому что три бутылки коньяка на троих, про которые вы мне рассказали, нет, в общем, это... по мне это вполне, в общем-то, выпить. Нет, так. Но это был случай, и после этого я, это был день рождения Коли Достали на картине «До свидания, мальчики», и потом вот втроем Миша Конов, покойный, я и Коля, и потом мы ползли две остановки по трамвайным путям до гостиницы. Слава богу, на следующий день из-за погоды отменили съемку. И после этого я коньяк видеть не мог много лет. Нет, я никого не осуждаю. Мне кажется, что это совершенно субъективное дело. Но мне просто... Я в 6-м году перенес две закрытые операции на сердце. Поэтому мне это сейчас и как бы совершенно неуместно, не нужно. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале Москва 24.